универсальный вариант для проработки всего верха и наработка локтевого ключа как для бокового, так и для других ударов, где используется вскидывание. Главное, движение идет вдоль тела, в отличие от обычного, не перед собой на нашем, а именно как можно ближе вдоль тела. Подкидываем локти. Если мы хотим усложнить за счет работы одной рукой, ровно то же самое делаем одной гантелькой, перехватом из руки в руку. Следующим образом. Берем за ухо, подкинули перед собой, сразу перед собой. Это не забор через сторону, ни в коем случае. Вот она поднимается сразу перед собой. Если мы хотим усложнить, то используем следующие варианты. Садимся на колени. Тем самым мы уже исключаем заброс ногами. И рвем из этого положения, но опять же вдоль тела. Добавляем рывок и прожим. Но, напомню, все это идет максимально близко к себе, чтобы максимально задействовать среднюю дельту и весь верхний пояс. Берем максимальный вес, который можем себе позволить. С одной стороны, достаточно легкое упражнение. И делаем на максимальное количество раз. Например, на четверку раз на 50, 100. Полтинник на максимум, пока она держит. Очень много интересного узнаете о своем верхнем поясе. Пробуйте.